Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 331. События дня. Как эпиграф, взято Якова 4.4. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Злободневный вопрос Яков поставил. Яков больше говорит не о вере, а о делах. Вот надо сбалансировать вера и дела. У православных, как правило, вера. Милостыню творите, покупайте свечки. А когда кто-то не согласен с этим, они на одной вере. Вот Лютер, он его отбросил, это послание, говорит, потому что оно не совмещается с остальными. Оно совмещается, но у него не совмещалось. Профессор, доктор. Вражда против Бога. Ну, как пишут вроде рассказа. Мойша, это Моисей, мальчик в школе. Учитель во времена советские показывает им такие там картинки и говорит, на небе никого нет. Это небо, воздух, атмосфера. И поэтому давайте мы в небо покажем фигу Богу. Все показывают, а он нет. И мальчик спрашивает, а ты, Мойша, почему не показываешь? Так вы же доказали, что Бога нет, а кому показывать? Показывать некому. А если есть там кто-то, то я отношения портить не хочу. Он еврей, разумный человек. Зачем отношения портить? Так что, кто хочет быть другом мира, а кто не хочет быть, да, все усилия к этому прилагаются. Мне вспоминается, еще в армии был, прочитал. Девочку спросили, ну, американскую, вроде советские по-другому мыслят. Что самое главное для женщины. А она девочка в школе, там, в начальные классы. Она сразу мужчина и косметика. Мужчина и косметика. А парни спросили, деньги, деньги, еще раз деньги. Вот тогда она с косметикой будет, с ним, под ним. Ну и все понятно. Это сплошь, сплошняком. А боги-то не думают. Даже если кто-то делает как будто правильно, сохраняет девственность. Вот я всегда говорю о мусульманах, как они хранят. Ну а дальше-то что? Хранят для чего? Чтобы она была у него гурьяна земная. Девственница. Не более 4 жен. 4. Тут с одной не знаю, что делать. 4. Как петух в курятнике. И одного пишет, говорит, у него, говорит, 200-я свадьба. Но, говорит, никогда не нарушил этот закон. Закон. Он как только пятая нужна, четвертая выбрасывает, а ячейка пустая. Ну, понятно, везде лукавство, дух мира. Но там и там можно найти людей, которые думают о духовном. Я в сегодняшнем ролике это расскажу. Но мы за прошедший день даем отчет события дня 7 ноября. 7-е, всем понятно, что в ноябре случилось, какая трагедия. Был такой умный человек, который рассчитал. Промедление смерти подобно. Старая дума кончает с 6-го деятельность свою, а новая еще не заступила, не избрана. Мезовластие, корона валялась на земле. Ну и все, дальше-то царя-то уже нету, без царя в голове. И потянули Россию на Голгофу. И как Господь распорядился, вся Ленинская гвардия была расстреляна. И все ушли, никого нигде нет, ни одного, кто видел Ленина своими глазами. Ну, где оно увидеть-то, когда уже 100-летие отпраздновали? 100 лет. Таких людей даже нету. Вот. Это все в этой трагической дате. И вот спрашивают памятники Ленину, как Сталину, надо убирать или не надо. Да Бог его знает. Что написано, говорит, чтобы не забыл народ. Вот он стоит и стоит, напоминает. Но только надо надписи соответствующие сделать. Главный губитель, грабитель ВИЛ из Вавилона. Вавилон, Москва, ВИЛ, Владимир Ильич Ленин. Это пророчество Иеремии об этом говорит. Хотя некоторые не верят еще в это. Ну и 1 Иоанна и 2.16. Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви в отче. 2.16, 15.19 и 17.14. Это все о любви к миру. Прочитайте из Евангелия. И ролик посвящается всем ушедшим из православной церкви. Вот так, контур. Нажмите прямо здесь вот, где видите, для себя скопируйте
И нажмите курсор, и все откроется. Или так, зарядите, вот посвящается всем. Прямо в Ютубе. Вот. Ну вот, пишет один, Михаил Гордеев. Курение ничегошеньки хорошего не дает. Это действительно вредная привычка от дьявола. Ну, 60 с лишним лет прокурил, а теперь он это понял. Ну, хорошо, что понял. Действительно, дай Бог ему силы одолеть. Так. И мне пишет Игнатий Тихонович. Ты подписал наш ролик Skype, беседу с ним, знамя победы над плотью и так далее. Если я правильно понял, какое это знамя, то увы мне. Я его опять это знамя-то в чехол убрал, и опять сижу в окошке. В окопе. Сижу в окопе без знамени. Сижу, то есть не движется, не борется. Но не курю. Три восклицательных и крупным шрифтом. Набираюсь духу, ощущая плоть. У каждого свой рейхстаг. Думаю, еще как будто я лошадь. Михаил. Лошадь, что это означает? Лошадь не курит. И лошадь от никотина, там сколько, говорит, от 1 грамма, 2 грамм погибает. А ты лошадиное здоровье даже крепче. 82 года, 60 лет смолить, и все еще живет. Вот. И мне посоветовали посмотреть, вот, «Мусульманки и дети», как посмотреть сегодня. Посмотрел, как выглядит сообщение наше, и подумал подсказать вам. Вдруг подумайте, что это фотография, а не видео. Нет, это именно видео, что посмотреть нам, вам надо будет нажимать не на фотографию, а на арабскую надпись над фотографией. Там, где вместо стрелочки рука появляется, посмотрите, прямо над фото. Все видео взято с Ютуба. Если все-таки не получилось посмотреть предыдущего письма, то вот, клип с мусульманками, вот он. И клип с ребенком. Маленький мусульманчик стоит и поет, там непонятно, что поет. Но видно, что выкидывает руку, все время военные, женщины в хиджабах с автоматами. Это должно так быть. Но что-то удивляет Израиль. Маленькая полоска там какая-то. Ну, даже возьмем 15 миллионов-то, есть или нет там. И там чуть не 500 миллионов вокруг их, все вместе собираются, идут войной, и все сгорает, нигде ничего. Ничего не понятно-то, что промысел Божий, и ничего не сделать никак. И храм будет построен, и воссядет над всем миром один. Мне арабов проще всего покорять. Проще всего, там найдутся, у них такая подчиненность, иерархия. Быстро докажут, что это именно тот, который обещал, пришел, назовут, может быть, своим каких-нибудь, буддиста, там, махатмой. Это все доказывается. Православным сумели доказать, что Ленин, Сталин хороший. Икону уже Сталина рисуют. Мир вам, Игнатий Тихонович. На днях смотрел видео с одного из ваших занятий. Там Сергей Пупков сказал о том, что мусульманки уже не те, что были раньше. Вы справедливо заметили, что мусульманки бывших стран СССР носят лишь название мусульманок. А вот в странах Ближнего Востока живут именно мусульманки. Вот он как раз это и показывает. Покажите ему этот клип. Этот клип современный, 15-го года. Клип палестинский, от Хамас. В нем показаны мусульманки, угнетенные израильской оккупацией. Посмотрите, вот этот клип пробивает слезу. Насколько далеки люди вокруг нас от их понимания веры. Они душу и тело ложат на алтарь веры, а вернее ради Бога. Ну, их веры и ради Бога, тут, как мне говорится, земля и небо разница. Они верят в свои веры, а Бог, Бог истина, это как это? Вот сейчас бы взяли и показали, вот возникло это учение, какое-то, чье-то. И сколько... Ради учения, ради защиты своей веры, религиозной этой организации, сколько трупов? Речь-то идет уже не о двух, не о трех человеках-то. И ради веры, все эти взрывы, все, что сейчас идет, режут головы, там воюют, ИГИЛ, чье? Атомная бомба чье, не христианская ли? А крестовые походы 11 не христианская ли? Ну это все вместе-то, что соразмерять? Трупы везде одинаково пахнут. А по вере-то разве положено это? Уничтожает христиан. Им разве это по Корану положено? Нет. Еще вы часто рассказывали про мусульманских детей, которые ползают под колючей проволокой.
Помню, даже в лагере детям рассказывали, приводили в пример. Вот интересный клип Фатха. Поет ребенок, показаны тренировки. Как эмоционально он поет, посмотрите этот клип. Ну, говорит, эмоционально поет, но не говорит о чем. Отсюда я делаю вывод, что кто это вот мне написал, видимо, он не знает арабский язык, как и я, ни слова. Посмотрите этот клип. Хотелось бы услышать ваше мнение об этих двух клипах в событиях дня. Ну, ничего дальше-то нету. С оружием женщины идут убивать. Что мне объяснять-то где-то, когда мы христиане, из позиции христианской неправильно, все неправильно. Детей натравливают, и здесь натравливают. Мы мирные люди. А не так, что бронепоезд там стоит на запасном пути. Благодарить надо Бога. Я христианин, и все. Я не могу, да, впечатляет. Женщины там, платье у них до земли, одна щель для глаз и с автоматами. Беспощадность. А там Китая кушают, китаянки. И столкнут, когда их-то, вот и все. Ни тех, ни других не бой, друг друга постреляют. Ну, русских тоже там готовят. Может быть, покажете их частично для публики. Нельзя показывать. Нельзя в Ютубе. Какие-то даже кадры где-то, этот ролик могут зарубить сразу. У них можно поучиться стойкости, убежденности, уверенности, непоколебимости. Конечно, это я про это и говорю. А не о том, что истинность веры. Ну какая истинность веры? Большего искажения Евангелия нет никакой. А доказать еще не это. А неправильно. А это исказили. Ну кто исказил? В каком веке? Назовите. В каком веке? Когда ну, откройте 6 главу, 5 Евангелия от Иоанна, послание Павла. Что исказил? Специально, так это никакого отношения не имеет тогда к Святой Библии. А ее писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, все, пришел человек, сказал, все неправильно, это умышленно исказили. То есть, я Иисуса признаю, а что про Иисуса истина открыта, я ее не признаю. Ну, это же правильно разве? Последнее, я писал вам письмо, но оно так до вас и не дошло, или вы не приняли. Это было еще до вашего отъезда в Потеряевку. С тех пор желание того, чтобы вы это увидели, не проходит. Как только вы начинаете ставить мусульман пример, я хочу вам показать это письмо. Там есть несколько интересных фильмов, видимо, видео, которые могли бы послужить примером. Особенно фильм «Бунт талибов», который вы и без меня сможете найти. Но если не найдете, то у меня в письме он есть. Еще много чего. Я вскоре пошлю еще раз с Богом. Видите, как человек отнесся к моим словам. Благодарю за внимание. Тут один звонит вчера с Америки. Я и с телефонов. Они еще тут мелькают, переворачивают. Не слышно. Я ему пишу. Через полчаса можете зайти. Найдите компьютер. Через ваш телефон разговора не будет. Вас не видно и не слышно. Все, он ушел. И, может быть, не мог найти. Вот ответ. Вот пишет Василий Лапкин. Мир вам, дядя Игнатий. Пишу вам из зала ожидания перед вылетом в Германию. Хотел поблагодарить вас за молитву обо мне. Еще не выздоровел до конца, но чуть полегче. Храни вас Господь. Молюсь о вашем зрении, чтобы вы еще долго могли за компьютером сидеть и научать нас уму-разуму. Ну, вот я выпустил в бумажном варианте 30 книг. 38 томов. Книга 752 страницы. И с 8 тома верстал уже сам. И провел, я так прикинул, примерно за 9 лет более 30 тысяч часов. Даже где-то это внесли, тут преподаватель один сказал в милицейском институте, в юридическом институте, что вот, дескать, как вы молодые, а вот человек пожилой, да. Ну и в среднем у меня получалось по 14 часов. 14 часов в день. Круговую, на любой, потому в другие дни больше было. Один как-то, когда оцифровывал с пленок, то получилось 16 часов, на следующий день 18, 20, 22 и один, последний день 24 часа. Просто на ходу сплю, по комнате хожу, аппаратура крутится, остановлюсь во сне и не пойму, а где же я нахожусь? Секунда. Ага, я в комнате, работает аппаратура. То есть, если у меня поставлена задача, то я уже ни перед чем не останавливался, ну, какие-то другие заботы удалял. Ни перед чем, это не то, что там кто-то мешает. То есть свои дела убирал, теперь я должен закончить главное. Мелочь подтягиваю каждый день, мелкие дела. Если о путешествующих помолитесь, буду тоже очень благодарен. С уважением, Василий, племянник. Молимся, Василий, благодарим Бога. Вот, он хочет ко мне приехать на декабрь месяц и тут пожить у меня.
Анатолий Внуков. Игнатий Тихонович, огромное спасибо вам за наставления, которые вы даете. Наша семья к ним очень прислушивается и старается исполнить. Храни вас Господь с Богом. Ну, вчера выходит Кирилл Скрыник. Мир вам, это, видимо, мама его Елена. Благодарим вас за все, особенно за книги. Я подарил девочке, поставил, сам себе назначаю, как эпитемью, которая роженится, ну, новые рождаются где-то, я им дарю книги. Новый Завет для Слова Божия нет, уст к истинному православию. Ну, посмотреть можно, а потом запечатать и в день совершеннолетия отдать. Вот. С любовью во Христе Елена. Она у нас была, на снимках есть шестеро ребятишек. Я отвечаю, если будет крайняя нужда, в жизни все может случиться, помните, что я здесь не один. То есть со мной отношения какие есть, а у меня нету, и у нас община. И мы ежедневно молитву поминаем вас со всем вашим семейством. Если будет какая нужда в питании, вы не теряйте нас из виду. Ну, дальше я поясняю. Ну, любой скажет, ну, что вы можете помочь-то, когда ничего у самих-то нету. Я говорю, мы бедны. Ну, не отрицаю. Иаков 2.5. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? 2 Коринфянам 6. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И притча 22. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Я сегодня расширю эту тему. Вот как у меня в жизни было. Показать благодать Божия, когда везде благодать тебя несет и плывешь буквально в этом. Как у Иезекииля, раскинул, от порога дома Божия течет, зашел по щиколотку, по колени, наконец раскинул руки и поплыл. Вот у меня такое в жизни. Самое невероятное. Только помолишься, и тут сразу человек стучится, незнакомый. То есть, бывает знакомый просто. Ну, я у него ничего не просил, он именно с этим приходит. Я перед Богом открывал молитву. Я расскажу несколько моментов. Вот сейчас дальше. Притча 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом глупый. Вот что лучше. Мне Бог дал лучшее. Я почти поясняю. Потеряевский вас знает, и с голоду не умрете. Ибо силен Бог обогатить нас всех по молитвам святых своих. И Матерь Божия прикроет от невыносимой нужды, а опором любви своей. Она отвечает. Простите меня ради Христа. Мне так стыдно за свое поведение. Видно, бес попутал. Храни вас Бог и Пресвятая Богородица Мария. Я тут же отвечаю ей. Это вчера у нас переписка. Долго не было переписки. Давно не было. И тут вдруг сразу она написала, я сразу ответил. Потому что у меня мысли об этом были. Я же не знаю. Связи нет, не перезваниваемся теперь, ничего. Может быть, нуждаю, есть нечего. 15.1. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. 1 Петра. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. За то, что она кротко ответила, я показал. У Игоря Барабаша, фермера, нынче был, уродился горох. Был и уродился горох. Когда он отвеивал пыль, то что-то после отработки осталось на земле. И мы это подобрали. Горох чистый, экологический, достался нам бесплатно. Позавчера на попутной машине нам привезли в мешке, часть собрана, мы готовы поделиться. Он скажет, пыль, зато другое. Я говорю, мы его промываем от пыли, это весьма легко делается. Он такой хороший. Замачиваем, а потом варим с картошкой. К слову сказать, в тюрьме и в лагере это блюдо самое популярное. И притом картошку не режут, а прям целиком почищенная и брошенная. Другие бывают передачки из дома, не берут. Ну, много всего хватает. Бывает, в отоварке берет, отоварка, когда походят, идут по камерам, у кого на личном счету что-то есть, и на это отоваривается, на эту сумму можешь брать. Оно как только, что там сегодня? Лапша, да? Что там сегодня? Кирзуха, ну, там, перловка. А что сегодня? Горошница? Горошница? Нет, я возьму горошницу. Даже директор там какой-то. Там знатный преподаватель космонавтов, я сидел с такими людьми, отдельная камера называли, камера академиков, удостоился чего. Мы сидели трое,
А потом дали еще помдиректора, и он покаялся, обратился, нас сразу отселили. Никита там у матушки трудился. И она ему дала морковки. А он нам прислал, он хотел вернуться на днях. Для чего говорю, что можем поделиться? Он пробыл в Потеряевке ровно на месяц дольше нашего. Мы 7 октября, а он еще 7 ноября уже. У нас есть еще тыквы с нашего огорода в деревне. Там почва плодородная, и потому тыквы по размеру больше здешних раза в 3. Если будет в том нужда, этим тоже можем поделиться. Ведь наш любящий Бог смотрит не на то, что мы подали нуждающемуся, а на то, сколько у нас осталось после подачи милостыни. И потому поданное нами с любовью, пусть даже самое ничтожное, вкусно и радостно принимается. Вы в этом можете убедиться. Лука 21. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Вот как Бог делает. У меня пенсия с самого захудалого бомжа 6526 рублей 15 копеек. Вчера взял, посмотрел, в сберкнижке я получаю, даже толком на 3 рубля ошибался, говорил. Так распорядилось государство за 35 лет трудового стажа, по трудовой книжке 35. Ну а почему маленькая такая? Да потому, что работал во флоте в Латвии. Латвия где? Другое государство, ничего не найдешь. Там, где работал. А дальше тут меня кидали и кидали. Вкладыши только успевали, говорится, делать в трудовую книжку. Гоняли за то, что я верующий, не за плохую работу. Но, если я где-то закрепился, сразу премиальные дают, и как в армии, отпуск домой. Ну, я избрал этот путь страдания. И последнее время я поясняю, где. Но я не унываю, всегда благодарю Бога за все, и живу вовсе не по размеру пенсии. А как? Сам того не ведаю. Мне пора. На днях прислали бумаги мне заплатить за землю более 10 тысяч рублей. Электричество, дрова, уголь, телефон, поездки, интернет и прочее разное. И ни рубля нигде сам не плачу. Понятия иногда не имею, кто это делает, а просто молюсь. Я даже в искушение впал. Билайн оповещает, вот на днях приехал сюда, один раз Билайн оповещает, ну и по многу, 200-300 рублей. Билайн как меня любит. Я говорю, да не Билайн, Билайн только с людей берет. Я говорю, написано Билайн, я даже этого не знаю. Да Билайн оповещает, а не берет, не дает тебе. Ну кто же это дает? Ну, а как тогда? Ну как так, поехал в Потеряевку, уже было сколько-то там, а потом 1000. А потом 2. И когда я выезжал, уже было 8 с лишним тысяч на телефоне. Кто-то за книги платит, а куда-то деньги дает. Ну, я телефон нуждающимся отдаю, они снимают у меня деньги. И опять начинается набираться. Почему? Бог. Понимаете? И пенсия. Если так разобраться, то у меня намного больше пенсии поступления. Я пишу. Псалом 72:28. А мне благо приближается к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать дела твои. И вот дальше послушайте. Вот когда я говорю что-то, люди даже дрожат. Ой, узнают, придут, ограбят. А что грабить? Ничего и нету. У меня денег нету. Я передаточное звено. Ни рубля нигде ко мне не прилипло. Бог сделал так. Вот я выступаю в Америке. Ну, в Нью-Йорке. В это время подходит человек. А вы примите деньги. Какие деньги? Ну, я вам выпишу. Я даже не знаю, что такое чек. Ну, вы его подадите в любом государстве, его... Странное дело. Я не знаю ничего. Он подходит на 5000 долларов выписывает. 5000 это деньги? Долларов? Так это не... Я прогуливаюсь каждое утро с одним архиепископом, Лос-Анджелесским Антонием Синкевичем. Ну и у хозяев, когда жили, они говорят, такой скупой, говорит он, у него не выпросишь еще. Ну, живет там. На квартире, где я был, и он там был, у Орловых. К слову сказать, Никита Феоктистович, хозяин. Который, у которого я жил. Теперь митрополит Никита, а теперь он Антоний. Митрополит Антоний Русской Православной Зарубежной Церкви. Это, и мы с ним гуляли, я прихожу и говорю, архиепископ-то пошел и деньги снял. И меня отдал. Он снял, отдал. Они до того удивились. И я говорю, да, пошел и снял, и отдал. Ну что, зазомбировал я его. Его уже нет живого. Но самое-то важное, что я ни цента не взял себе ни одного.
не съел ни одного мороженого были там. Почему Бог избрал меня на это? Избрание заключается в немощи. Как один спрашивает, ну а как, кого Бог избирает в епископа? Она кого, говорит, плюнет, слюна попадет, тот и епископ. Я сначала подумал, как это так? Да так, плюнул, плюновение сделал, прозрел и все. Вот так. Значит, на меня Господь воззрел. В это лето 2016 года, только за 4 месяца, через мои руки прошло 777 тысяч. Я подсчитал. Да разве можно это вслух говорить? Мне одна говорит, я с мужем живу уже 40 лет. И не знаю, сколько у него пенсии. От жены скрывает, от жены. И притом не пьяница, ничего. И работал все время он на производстве. Скрывает. И дети точно так же учатся тайну создавать. Тайна. Почему? Ну, я могу ответить, почему. Как правило, скрывают те, кто не платит десятину. Это первое. Второе, как бы у него не попросили. Ну, от меня скрывать чего? Вот представьте, 777 тысяч. Это вообще в 100 раз больше моей пенсии. Это и за бульдозер на прудах и на дороге, за пиломатериалы, за купленные дома и подаренные Володе и Никите, за расходы на детский лагерь там. И снова пустой карман и обнулено на сберкнижке. Ничего нету, пусто. И притом никогда и нигде еще ни разу в жизни своей ни у кого не просил ни рубля. Разве это не чудо Божие? 2 Коринфянам 6:10. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот кто может сказать, как один священник в дороге пишет, вот я читаю это, у меня в мыслях, я вижу просто только вас, больше никого не вижу. Вот как Бог делает. Вот попутно сказать. В прошлое лето я истратил чуть более, чем на 500 тысяч. Книги издал на многие миллионы. Ну, многие там, может быть, 10. Многие. Это многие, когда у меня ничего нету. И путешествия миссионерские недаром. Только за одну поездку до Лиссабона на бензин отдал более 440 тысяч. 1 Царств 2.7. Господь делает нищим и обогащает. Унижает и возвышает. Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает. И печали с собой не приносит. Для чего это все говорю? Чтобы все знали о милосердном и любящем нашем Отце Небесном и никогда не роптали на бедность. Бедность это тоже от Бога. Примеры нужны. По милости Божией мне на пути встретился Сергей, парализованный во славу Божию. Дай ему Бог здоровья и терпения, Козлов. И сколько он уже мне всего купил, и колонки, и диск, и наушники, и по сайту помогал столько раз, и по интернету. Решил мой сайт он сделать копию еще лучше. Ну, люди какие-то, программисты с Израиля, с Белоруссии. Я говорю, так это же, как они будут? Так я уже заплатил сколько? 300 тысяч. Я так ахал. Я 3 рубля бы не дал за это. У нас все делает бесплатно. И человек этот, только мы познакомились. Что, Бог? Понимаете как? Вот. Я просто скажу, вот у меня квартиры нет. Я с 4 класса, а пошел я 6-летний в школу. Тогда брали 7 лет. С 10 лет я по квартирам. И уже женился, квартиры нету. Приехал в Барнаул, квартиры нету. И вдруг на работе дали квартиру. Там Колбин Виктор был. Его звали Обещалкин. Всем обещает и ничего не сделает. Но для нас он был до того добрый, до того хороший. Ну вот умер, нету его. Бог так делает. И потом одна у меня квартира еще получается, как купил для бабушек. Надежда Васильевна пришла около церкви. Надо бы где-то достать квартирку, потому что бабушке тогда был один храм тут почти на Алтай. И негде ночевать, они бродят по вокзалам. Ну, я купил квартиру, работал печником, дачи строил, и то есть на работе переплетаю, ко мне организации привозят документы, книги, там починяю, ну что только не делал. И это все в одну копилку, на дело Божие. Псалом 112. Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего. Аллилуйя. Я сказал не для того, чтобы не просили. Это не запрещено. Ну, просто у меня не было нужды. И вот квартира одна появляется. Потом судился, где живу. А это 2 домика. Конечно, все бедное. Тут показать все. Да, все говорят, хоть навели бы порядок, еще тут учите людей. А для меня это как раз... Как раз. И когда человеку негде жить, у меня вот они, нары.
второй этаж, Володя, покажи. Третий. И все комнаты, вот я где был на второй строительной, 12,8 квадратных метра по стенам. Это и кухня, это и столовая, это приемная, это мастерская. Жена шьет тапочки. Я переплетаю книги. У меня здесь огромных магнитофонов стоит 15. 10 только работают постоянно. И все это на 12 квадратах. И все это надо скрыть. И приезжают люди недалеко от вокзала. 11 человек на пол ни один не ложится. Всем хватает. Вся комната разбита на этажи. Лесенка стоит. Вот это Бог дает так. Бог знает, что я не торгую квартирами своими, не мухлю, и он так вот дает. И куда я ни повернусь, и везде. И сразу у меня появилось несколько домов. Ну, квартира-то вот снесут барак. Заранее кому-то подписал, заранее назначил. А тот стал недругом. Неважно, дом тот все-таки купили, деньги сразу отнес. А он недруг, но я сказал слово. Слово никогда, чтобы нигде не нарушать. Я сказал, так это изменился он, а не я. Почему я должен? А тому стыдно. Как так? Я против. Иду, он мне деньги отдает. Меня это не касается. Пожалуйста. Да я в руки-то не брал. Я другим дал и сказал, отнесите ему. Потому что... Ну как так? Ну вот так. Женщина с нами. Я могу назвать фамилию. Татьяна Плеханова. Грузная такая женщина. Сын у ней в лагере у меня был. И вдруг ей что-то заело. Не знаю, она стала против. У нее там не ладится дома, но она подписала квартиру нам, мне, с батюшкой при том. И вот когда она внезапно была убита, наняла кого-то работать, и те ее работники убили, зарубили топором. За что, не знаю. А завещание сразу моих, оно у меня, дети-то это поняли, два сына, ну, оба женатые, и что они возьмут? Квартира-то моя теперь. Но он приехал, и вот я такой, и что ты думаешь, я говорю, тебе отдам, что ли? Мне она квартира сейчас пройдет, сколько там, 6 месяцев, и все. Ну, вот так. Ну, он постоял, я его пробрал, как следует. Они с матерью враждовали, и она поэтому им не дала. Женщина-то хорошая была. Я потом говорю, неужели ты мог подумать серьезно, что я квартиру возьму? Ну, они обрадовались. Ну, приезжай за мной на машине, и тогда поехали к нотариусу. При нотариусе говорит, ты сейчас мне дашь слово, что ты о матери своей больше никогда худого не скажешь. А нотариус говорит, да мне разницы-то нет. Я говорю, свидетель вы. Да я даю слово. Ну, теперь я отказался и на него. Та же батюшку свозили. Знать не знаю. Подписывает квартиру. Ни одной квартирой не воспользовался. А Бог это знает. Но уж я выбираю, неважно где, неважно кому. Вот я молюсь сейчас все время, изо дня в день, а узнал уже года два назад Сергей Дудин, священник. У него нет квартиры. И я о нем молюсь. Молюсь каждый день. Господи, дай ему жилище. Ему так тяжело. Так он враг, он против нас, что выступал. Просто гадости говорил. Гонялся за роликами, за нашими беседами, чтобы все убрать. Но это он делал, не я. Моя задача, чтобы ему было хорошо. Ребятишки больные, жена больная, там, чтобы всем было хорошо. И Бог это видит перед Богом. Вот о квартире говорю. И как, скажи, с неба опускается. Вот я судился 11 лет и высудил. Вот, высудил, суд выиграл. А они мне должны были законфискованы 11 миллиардов. Ни копейки в рот не попало. В дороге едем. Покупают мои... То мы вдвоем едем, и шофер третий. Миссионерская поездка. Слово сказать, ехать-то на чем? Нужна машина? Новую машину. Это 700 тысяч, кажется, с лишним заплатили за «Газель». Представьте себе, это вообще такая, она столько не стоит, привезли, накрутили тут, сразу деньги. Совершенно, притом помогает кто, даже высказать нельзя. Банкиры, главные, сами добровольно звонят. И именно в этот день, когда мне нужно. У меня как будто бы я только позвонил, и Бог услышал, ответил, и сразу берет человека и отвечает. Бог! Что значит с Богом? И особенно у меня было... Как говорят, потрясающее. Я не люблю это слово, оно потрясающее там, где Бог участвует, потрясает. Но тут, видимо, тот момент. Мы были в Швеции, когда ехали с миссионерской поездкой, и машина сломалась. Ну, сломалась, мы даже не знаем. Теперь на эвакуаторах не может. Опытный дальнобойщик ничего не сделает. Внутри полетела там подача горючего, где шестеренка. Это узнают только в Калининграде. Нам сразу ответили. Карс, кажется, это портовый...
городишко, и мы там сидели, ждали, когда и там можно было соединиться. И узнали, что у нас так. А вы машину эту бросьте, а мы сейчас переводим деньги, покупаете иномарку и дальше едете. Я так и ахнул. Бросить машину, деньги. Да как же я отвечать перед Богом буду? Слава Иисусу Христу! Проверяет старшая сестра каждое утро. Вначале Никита позвонит первый, 4:40. Знаете, как радостно. И я говорю, сколько мы заплатили, и как приехали, как тяжело было. И все Бог устроил. И сразу люди находятся где-то, звонят за нами, эвакуатор присылает в Литву. Это бесплатно берут на себя. С людьми, с которыми по сегодняшний день не встречался. Когда путь угоден Богу, и Бог так делает. Я говорю о деньгах, я говорю о квартирах, я говорю о хлебе. Я думаю, в лагере у меня бывает иногда хлеб трудно, там бывает, сами в своей печи печем, народу много. Хорошо бы сухарей запасных иметь. Но я на молитве подумал-то, если бы так просто. В это время приезжает Игорь Глушков и говорит, вот на заводе бывает недопеченная маленькая или что-то еще, и бракуется. И они по дешевке продают. Я говорю, покупай. И я насушил утолщенные, удавленные сухари 12 мешков. Полных, по 50 килограмм, когда там мука, ну, сухари подешевле. И все. А куда столько? Да никуда, приехал и раздал там, и все, кому надо, себе оставил там 2 мешка. Это не мое, поэтому не мое, это что-то, я им за милостыню не считаю, но Бог-то знает, как я распоряжусь. И вот о чем бы только не подумал. Один год подумали, картошки маловато, и надо побольше. И уже собрали 1400 ведер. Подумайте, 1400 ведер засадили в 2-3 местах. Больше никогда не брали за столько. И в любом вопросе. Набирать детей, детей нет. А почему? Воспитателей нету. Вообще, никто не отвечает мне, а у меня детей-то откуда взять? И тогда одна сестра пришла, говорит, я поеду. И сразу утром начались звонки. Вторая сестра сказала, я тоже могла бы поехать в такое время. Все, сразу же в милицию иду. Алтайское краевое управление милиции или городская администрация. Они мне выписывают несколько газелей или автобус для детей. И я увожу детей. И все, сразу. То есть нету никого. А куда детей? Воспитателей нету. Работников нету. Работник появляется. В тот же день пошли звонки. Как это? Я скажу, как это? Никто не регулирует, мальчик или девочка. Но, в общем-то, получается, мальчиков как бы побольше. Но ко дню, когда будет уже свадьба-то, мальчиков больше погибает. Уже уравнивается. В одном доме одни мальчики рожают, а в другом одни девочки. Но будет каждому как раз. Это кто регулирует? Ну, что-то еще можно где-то договориться или... Ну иди возьми там осленок, привязанный. Кто-то говорит, да Христос заранее договорился, пришли. Ну хорошо, а теперь он договорился с рыбкой, которая попадется. Иди забрось уду. И там во рту у нее найдешь статир. А это-то как можно договориться-то? Не договорился. Промысел Божий. Как провидение говорят. Милость Божия. Благословение. Избрение возвышает нищего. Вот я открыто все говорю. Открыто. Ну, говорят, да разве можно так открыто жить? Я об этом никогда не думаю. Моя душа мне подсказывает, скрывать нечего. Я говорю, какая пенсия? До 1 копейки. Мне просто интересно. Вот представь, такая у меня зарплата была, там 72 рубля. Когда я сторожем работал, во вневедомственной охране при милиции. Больше нигде мне не разрешали работать. Почему? Ну... Не давали, а не то, что я не хотел работать. Меня не могли устроить, даже милиция не могла устроить. И вот из Испании пишут. Все еще скрываю имя, потому что книги... Мир вам, Игнатий Тихонович. Видели ваше поздравление? Не пойму, почему поздравление подчеркнуто. Поздравление. Непонятно. Что она не знает его. Система. Поздравление с днем рождения. Очень понравилось. Скопируйте, пожалуйста, этот текст мне в почту. Если я сама с Ютуба писала, мне бы заняло очень много времени, так как русский язык не родной. Сложно набирать текст с клавиатуры на кириллице. Я говорила вам, мы литовцы, но, конечно, говорим по-русски. Сложнее писать. Посылки с книгами еще не приехали. Не приехали. То есть большие, которые коробки, а которые... Ну,
были в этих пакетах, то получили. Она правильно сказала мне, что, очевидно, это маленькие самолетом, остальные поездом. Спаси Христос. Татьяна Валова пишет. Это за день. Часть писем я опубликовываю. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Я не могу отвечать в письменном виде, не всем. И поэтому мне легче ответить так. Они тут услышат. Когда разговаривал с вами в скайпе, забыла спросить, есть ли у вас возможность благотворительно выслать книги? Или со скидкой? У меня семья многодетная. 5 детей. Знаю, что вы на миссии раздавали книги бесплатно. Но, может быть, сейчас что-то изменилось? Вот о книгах. Вот представьте, какой труд тут положен. Я 50 лет готовил материалы здесь. Отовсюду. В одном вопросе я вкладывал несколько книг. Когда вопросы отвечал в университетах, где вел занятия, и дома я их расширял по запискам, которые есть. Там и даты надо было указать, книга, откуда взят материалы и прочее. И положил, вот Господь мне дал возможность такую всю жизнь, 9/10 от заработка идти, на, чтобы шло на дело Божие. Я после посчитал. И с книгами также получилось. Проехал от Владивостока до Лиссабона, и Прибалтику, и все. И везде книги раздавал, давал в библиотеке даром. Даром. У меня ничего нету. Для раздачи ничего нету. Книги некоторые уже кончились. Совсем переиздано было все только 3, 4, 5 книг переиздал. Новый Завет. Для Слова Божия нет уз. Первое издание 1000 экземпляров, второе 3000. К истинному православию, кажется, 3000. Вот эти книги. Трехтомник, для Слова Божия нет. И переиздал. И давать нет. Да еще и выслать был. Один у меня священник Ефремов там просил. Ефремли. Вот. Бесплатно. А сам на трех приходах работает по. Иконы там висят, на Украине где-то все тряпками завешено. На иконах ничего не должно быть, они должны быть чистые. И он меня сразу как понес за это, что я за свои деньги не послал. Чего пошлю, когда у меня минимальная пенсия? Я вообще не посылаю. Еще только кто оплачивает, тогда еще можно будет. И поэтому с 10-й части книг, которые в моем распоряжении, вот это то, что есть. Нет, еще вопрос. Когда вы говорите о семикратной молитве, это 3 святое и 100 поклонов. Ну да, вот, лесточка и 100 поклонов. 100 поклонов земных, как желаете. Я не могу делать. У меня 2 грыжи на позвоночнике от тяжести, и 1 операция уже прошла. Но если не одолею, поясные, да. Или уменьшить количество, но оставить земные, нет, не уменьшать. Ну, оставьте, если земные. Сами себя рассудите, сделайте как. Протопоп Аввакум делал по 1000 поклонов, по 3000. И жена Анастасия Марковна рядом, ежели, говорит, ребятишки не пищат. То есть, я пишу. Вот сегодня было. Решил поставить годовое собрание в слепленном виде. А потом начал слушать, и ого, да слеплено-то наоборот. Сначала идет номер 2, а потом номер 1. Скорее повесил замок и выставил на 2 ролика в разрозненном виде. Дело в том, что аппаратура сама делит длинные ролики по 2 часа. Такие у нас почти не бывают по 2 часа. А тут затянулось собрание, мы сразу же споткнулись. И там 3 минуты на вторую часть. Ну и слепили их. Аппаратура слепила второе, которое 3 минуты, концовка, она впереди стоит. А я не посмотрел. А слышать нельзя. Спят еще все до 4:40. Я стою 3 часа примерно. Ну и утром-то разобрался, скорее всего, заблокировал и выкинул. Ну теперь по брось идут. Вот, и показать нужно наши ресурсы. Вот. Это мой мир, вот как он выглядит. Этот мой мир. Там, любимая моя система здесь, я очень люблю ее. Вот что события дня. Все, что в Ютубе ставлю, перетаскиваю сюда. Ну, многое упущено. На 2000 роликов тут меньше, чем в Ютубе. Примерно. Вот. И еще что у нас? Православный форум. Очень хороший. Легко искать. Нужно вот здесь новое сообщение и общий поиск. Новое сообщение, это первая страница выйдет.
Тут все, что нужно, найдете. Все книги мои здесь есть. 1600 тем. Вот. А это что у нас? Это видеоканал. Вот тут под замками стоят. Вот оно что есть. Под замками это уже закачано за прошлую неделю. Но я их снимаю помаленьку. У меня она не тянет аппаратура. Вот. Какие новости? Вот вчера новости были. Роман Малыш приехал на фуре. Фура длинная. Там у него 27... Сколько? 27 тонн? 24 тонны. 24 тонны в машине. В этом кузове длинная такая машина четырехосная. И вот он опоздал, дела свои пока выправлял. Но вчера уехал. Уехал и доехал. Я звоню вчера, ну и как? Ну, он спрашивал, где мне там начинать это под дом. То я сказал, где там Иосиф строится, там дальше гречишное поле. Или с другого конца, ну далеко. Электричество проводить очень плохо туда. Батюшка говорит, он избрал между Саманом и здесь, который... Ну, когда поворот на лагерь делаем, где у него машина стояла, он сейчас живет, прямо рядом. Да там-то поля огромные, он сказал, я свалю. И вот сегодня уже 8 ноября, он говорит, я сегодня уже начну их валить, то поля оттуда уберу. А почему? Представь себе, там корни, там не выкорчивать, ну, наймет бульдозер или как-то огромные тополя. Я, говорит, уберу их. Я, он привез технику всякую, там всего полно у него и сварочные, ну, я говорю, так не буду сидеть зимой-то, я работать тут буду. Почему? А впереди защита тополя. И он говорит, я сад тут разобью. А там лог начинается. Ложбина такая, лог, вода течет. Это я все сделаю как надо. Вот это да. И как? Ну, маленько там, может быть, огород наш там мы не засаживаем до конца на Саманом-то. Это к нему отойдет. И... А мы туда весь мусор кидали, там все на его территории. Там все убирать надо. Мы же никогда не думали, что среди тополей кто-то будет там. Вот, понимаешь, совершенно неожиданно. Вот Роман Малыш один, он говорит, я с детства такой. Пожалуйста. И вот события. Ну и Бог миловал нас. А мои какие тут события? Я сижу, вот в интернете вожусь. Кошек накормлю, собак на улице, Жуланов и Воробьев. Богу нашему слава. Вот отчет события прошедшего дня.